Но общо взето се подкрепяме. Аз винаги искам, не искам да знам, ако Максим се чувства зле или нещо го боли. Предпочитам той да ме въведе в заблуда, че в момента се чувства добре. Да речем, инжекцията или нещо му е помогнало. И аз тогава така съм залъгана. Знам си, че съм залъгана. Но се чувствам по-добре да излезна и да играя. В общем-то, я доволен как бы этим сезоном, в принципе. Я считаю, что ребята неплохо его провели. Конечно, может быть, хотелось бы чемпионского звания. В принципе, катались они по-чемпионски. То есть, но это танцы на льду, надо понимать, как бы относиться к этому спокойно. Потому что это достаточно субъективный вид спорта. Ну вот Алексей говорил, я очень доволен ребятами. Не, правда. Редкое чувство, когда вот безоговорочно доволен, они молодцы. Официально они заняли второе место, да, но как бы для меня и для многих людей они первые. Первые. Я не знаю, что я даже не хочу комментировать. Они первые. Това е, защото направиха всичко, каквото искаш. Това е сигурно, бих казал, че това е сигурно за първи път в живота. Шо и на него, и неговия живот е моят. И ми може би една обеда, защото ние направихме абсолютно всичко, каквото ни искахме, каквото искаше Горшков и каквото искаше Петухов. Вот это, да? Да. Все. Я не знаю. Оно само придумалось. Есть какие-то вещи, которые не придумываешь особенно. Особенно не придумываешь, а которые они как бы вот они появляются. Я не знаю, как объяснить словами это. А какие-то придумываешь, да, какие-то приходится придумывать. Чисто немножко механически. Чтобы уже профессионально как бы развить тему некую, да, вот в танце. Вот. А какие-то вещи, изначальная точка вообще про что, зачем, почему, это вот иногда просто появляется. Вот мы с Алексеем там обсуждаем это. Вот я когда мне что-то дали, уже, когда там придумать, как вы говорите, начало. Вот я Леша и спортсмен говорю, пошли в зал. В зале сам начинаю показывать, годится, не годится. То есть, как бы, это обычная программа. И опять, если всех вот четверых нас устраивает, там, как бы, вот, мысль, вот, изначально отправная точка, то вот идем дальше. Если нет, мне говорят, может, еще что-то, какой-то вариант. Но, опять же, если будет вариант, все равно другой вариант, он будет крутиться вокруг, допустим, этой же мысли, которую, так сказать, мы уже обсудили. Вот программа же, допустим, от произвольного Албена с Максимом, она же как бы очень простая по мысли. Она очень простая. Когда появляется в жизни человека человек какой-то, да, муза, женщина, неважно, какой-то вот человек, который пытается вытащить, когда человеку плохо, пытается его куда-то вытащить, спасти его, просто сохранить его для него же самого. Да? Как бы все мы с этим, мы все взрослые люди, мы все с этим сталкивались хоть раз в жизни. Очень простая мысль. Просто немножко другой ракурс. Вот и все. Они доказали, вот для меня, по крайней мере, доказали, что вот в этом году они состоялись как пара. Это не два отдельных человека, взявшись за руку, танцуют. Потому что очень много здесь, даже на чемпионате мира, я видел такие пары. Когда люди выходят, берутся за руки, делают какие-то, пускай сложные элементы, но это два разных человека. Албен с Максимом, на мой взгляд, получилось нечто целое. То, что очень ценно, это на самом деле в профессиональном мире, это очень ценится. Не только в фигурном катании, но я как бы балетный человек в прошлом. И в балетном мире то же самое, это очень ценится. Когда есть пара. Когда все, что они делают, направлено на какую-то вот одну мысль.
на то, чтобы поделиться с публикой тем, о чем они говорят в этом танце и что у них болит в это время. Если это делается искренне. Все мы живые люди, да? Все мы живые люди, то это сразу воспринимается, даже на подсознательном уровне, если что-то непонятно. От 4-5 години ние винаги сме се старали да бъдем оригинални, необичайни, защото това е единствения начин, е бил единствения начин да ни забележат като представители на малка страна, България, с естествено никакви традиции в традиции, почти в малки традиции в танцовото парзалене и въобще в фигурното парзалене. И това ни е бил единственият шанс ние да покажем нещо, за да прогресираме в класиранията. Судия оценивач.